Линга. Линга лучше. Лана Линги, Патма Линги. Для поезда General Class это очень большое место. Петя, ты меня наснимаешься, потому что я истеричная вообще. Я хочу, чтобы я выглядела для всех как спокойно. Да, как английская леди, спокойная, сдержанная, воспитанная, интеллигентная. Я не могу, при одном виде Андрея я... Расскажи чуть-чуть об Андрее. Название этого форта Голоконда. Вот прекрасно. Пожалуй, это самое интересное, что мы здесь можем видеть. పదుకలు కలితాగా లైఫే సక్సెస్ ఇది వంటి జీవ గడిచంటే ఆకువ సంభ్రమద వయసు అబ్బా 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 ఎవ్రీబాడీ. Слишком много попрошаек, с которыми, кстати, очень редко встречаются в Индии. Единственное неприятное, что они трогают. Обычно индусы не трогают, а эти прямо прикасаются и трогают руками. Так тут ничего не трогают, потому что тут 36 градусов, 50% влажности и полное нетрогание. Hello? What did I say? Мне вместо еще 500-ки надо какие-нибудь эти маленькие денежки в руку, да? А еще мне хочется всегда рискнуть и просто положить.
положить эти деньги на этот номер, а потом увидеть, дойдут ли они до интернета или нет. Но если они не дадут, то ты понимаешь. Они разбираются. Вот тут один из тех волшебников, это мальчик, который мне помог в этом городе, помнишь? Козикуде. Он был пятый мальчик, который я встретила, но он вообще помог мне разобраться во всем, и он сразу же все сделал. А здесь таких мальчиков мы пока не встретили. Компетентных в своем деле. Очень мало индусов, которые были бы компетентными. Поэтому Индия вынуждает тебя просто все делать самому, если ты хочешь, чтобы это было сделано, и сделано качественно. Обратите внимание, дорогие смотрители, что мы едем с самым неудачником из всех водителей тук-тука. Ему за какой-то проступок нам неведом, и выдали вот такую хрень. Он не может пикать, а может только... А can you beep, please? Sorry, man. Can you beep? Вот такой он, thank you, неудачник. Если бы мы его могли снимать с той стороны, мы видели, как он плачет, когда нажимает на эту штуку. Все раньше у него было, как у всех мужиков, нормальная пикалка. Она отымела еще одного малыша. Она их тут каждый день пучками обрабатывает. Так она и прожила 2 года. А теперь она все слышит.